Доброе утро. Что вы тут делаете? Только не надо. Не надо делать вид, что вы ничего не помните. А где мы? Судя по всему, на брачном ложе наших детей. А, мы же собирались полистать их свадебный альбом. Так не полистали. Какой ужас. Господи, вы сами-то хоть понимаете? Вчера вам так не казалось. Кстати, раз уж зашел разговор, как я был вчера? А вас только это сейчас интересует, да? А где моя блузка? Спасибо. Ну, я чисто в терапевтическом смысле. Ну что, вам трудно сказать, что ли? Нет, мне не трудно. Все было пошло, вероломно и непристойно. Значит, порядок. Прекратите на меня пялиться. Что за манера-то, в конце концов? Если вы не заметили, я тоже гол, беззащитен и совершенно смущен. Да? А по-моему, вы в полном восторге от собственного эротизма. Любитель выпить на брудершафт. Ой-ой-ой, кто бы говорил. Идея выпить кофейку, это, между прочим, это ваша идея. Кофе, любезный сват, означает конец банкета. Нет, на языке флирта кофе – это вполне конкретный призыв. Еще одно правило от господина профессора. Какие еще я сигналы посылала? Хлеб посолила или фисташку съела? Вы вон блузку наизнанку надели. Черт! Да вы вообще без штанов. Оденьтесь уже, наконец. Машка! Илья, прячьтесь, я открою. А почему это вы? Ну, я хоть как-то одета. Почему вы? Хотя бы трусы. Петрович, ну, вы... Черт, штаны возьмите. Уходите. Ой, привет, сынок. Привет. Я уже дверь собрался ломать. Чего трубку не берешь? Бабушка с ума сходит. А я это... Телефон не слышала. Там, знаешь, там в настройках не вкл-выкл, а по-китайски. Дурдом какой-то. По-китайски. По-китайски ты себя ведешь. Да, бабуль, все нормально. Угу. Да, бабуль, нашлась. Угу. Давай. Что ты здесь делаешь? Я убиралась. А что? А почему бы и нет? Я смотрю, грязь, пыль, вещи валяются. Угу. Взяла такая, всю ночь убиралась, да? Да. А, нет, я потом уснула. Ну и бардак же вы тут развели с супругой. Мам, она мне больше не супруга, и на этом тема закрыта. А квартира? Ты же ее вроде выкупить собирался? Собирался, мам. Только эти стены пропитаны ложью и лицемерием, и никакой коммерческой ценности не представляют. Угу. Все готово? Пошли отсюда. А... Что? Или мы здесь любовника прячем? Я? Я нет. Все. Нет. Пошли отсюда. Слава богу. А почему вы к телефону не подходили? Батарейка, я не слышал. Ну, в общем, это не важно. А я уж не знала, куда звонить. Слесарю или службу спасения? Сосед по балкону вошел в положение. Я, кажется, его тещу оперировал. Вы извините меня, пожалуйста. Я... Илюша у меня ключи забрал, а я... А, ничего, не берите в голову. Слушайте, можно? Конечно. А что вы наврете вашей жене? Я понятия не имею. У меня совершенно нет опыта. Хотя, по мне, наверное, этого не видно. Нет, очень видно. Ой,
Я не в этом смысле. Вы еще раз простите меня, пожалуйста. Я не должна была так вот дезертировать. Да нет, это... Это вы меня простите, но... Эта идея с кофе была моей, и... В общем, всю ответственность за этот разврат я беру на себя. Ну, я тоже, знаете... Хорошо. Могла бы и нет сказать. Ну нет, не могли. Я был совершенно неотразим. Простите. Все было не так уж пошло. В принципе, даже мило. Ну, может, как-нибудь встретимся, поговорим, вспомним. Нет, вот это давайте договоримся сразу. Ничего не было и... Да-да, я согласен. Согласен. Тут вообще гордиться нечем. Вот и прекрасно. Значит, просто друзья, да? Родственники. Кстати, родственник. Это ваше. Ну, что ж. Да, мне тоже пора. До свидания, Дарья Олеговна. Прощайте, Роман Петрович. Еду домой, а там лось, я и колесо. Так, и запаска. А, запаски нет. Доброе утро, Роман Петрович. Уже побегали? Да. То есть нет, еще не бегал, но... Здрасте, Анна Фролна. Идиот. Зай. Зай, я еду, а тут это... Лиса. Бежит гландура. Ну, я... Руль вправо, жалко зверушку. А, там у бордюра саморез вот такой. Колесо в хлам, запаски нет и телефон сел. Зачем ты мне врешь? Я не вру тебе, Нюсю. Вот, телефон сдох. Я только ангелам позвонил, а они, гады, к утру приехали. А, зарядка у тебя в бардачке осталась. Лиса, отличная деталь. Очень образная, молодец. Только версия с животными отпадает. Мне доподлинно известно, где, а главное, с кем ты провел эту дивную ночь. Не. Стадию отрицания предлагаю пустить. Сознайся, Роман Петрович, не будь как все. Ты думаешь? Истерик не будет, ты меня знаешь. Ну, я сам не знаю, как это произошло. Ну, и я вообще не соображал, что делаю. Ну, почти не соображал. Я тебе клянусь, эта женщина, она вообще для меня ничего не значит. Ты провел ночь с другой женщиной? Бедненький. Как же тебе, наверное, сейчас тяжело, да? Стыдно, неловко, одиноко. Ехал, оправдание придумывал, ненавидел себя. А теперь сознался, и вроде как легче стало, да? Угу. Молодец. Знаешь, я почти поверила. Только Феликс во всем сознался. Вы до утра впечатляли немцев своим русским гостеприимством. Портвейн, водка, свинина. А потом тебя как вещь погрузили в такси и отправили к Феликсу отмокать. Вот как все было, Роман Петрович. Дорогая,
Мне нет оправдания. У тебя и так не самая лучшая спермограмма. Ты травишь свое семя всякой токсичной гадостью. И это после того, как мы повысили его активность на 7,5%. Нет, нет, я больше не буду. Ты черствый, прожорливый эгоист, готовый пожертвовать здоровьем будущего потомства ради куска мертвечины и глотка второсортного пойла. Нюсь, Нюсь, я больше не буду. Нет, хочешь, я опять сяду на соки и хлеб перестану есть. Ну, я смогу. Хочешь, я гостиную покрашу? Я ее уже покрасила. А, ну да, мы же обсуждали приятный нейтральный цвет. Ну да, ну, плинтус прибью или паркетную доску. Хочешь? Я ребенка хочу. Мне почти 50 лет. Я не обязана перед тобой отчитываться. А с чего ты взяла, что мне это интересно? Вот и отлично. И было бы что скрывать. Наверняка с Валентиной просидели всю ночь, сюда чали в своих петлях и кромочной обметке. Не угадала. Ну, значит, проторчали перед телеком всю ночь две курицы. Завтракать будешь? Окей. Я напилась, как портовая потаскуха, плясала на барной стойке, а потом переспала с малознакомым мужиком. Довольна? Да, да. Я получила от тебя какое-то невнятное СМС. Ты что, мне не веришь? Посмотри на себя в зеркало и сделай выводы. Ну, и кого ты там видишь? Падшую женщину или стареющую наседку, чокнутую на мыльных операх? Я прекрасно понимаю, почему ты клонишь. И тем не менее, мне еще долго будет неловко за свое вчерашнее поведение. И с каким уже несчастным ты разделила ложе. А это останется между мной, ним и ночью. Еще не придумала. Все, мам, это обидно. А мне не обидно смотреть, как единственная дочь стареет, прикрывая остатки прелестей унылым тряпьем и придумывая себе воображаемых любовников. С Аликом Деникиным. Что? А что? Ты же велела. А я послушная дочь. Созвонились, встретились, напились, переспали. Ну и как он тебе? Милый, остроумный, немного странный. Вежливый, но в то же время напористый, смешной, внимательный. Так хорошо пахнет. Ну и прекрасно. Приводи завтра своего Ромео. Я тоже хочу чуть-чуть обонять его. Зачем? Буду кормить его фирменным пирогом и доканывать бестактными вопросами. И только не говори, что завтра он не может. Писатели до неприличия незанятые люди. Вот это мы не предлагаем сегодня. Да, Марлен, не передай, пожалуйста, Жигулину, что Морпех и Вышибала – это два разных человека. Ну да. Тот самый неловкий момент, да? Мне по барабану. Да, и мне тоже. Вы знаете, Марлен, мы с Марией Романовной соблюдаем корпоративный этикет, да? Совершенно верно, Илья Леонидович. Ведь бизнес есть бизнес. Очень хорошо, что вы это понимаете. Да. Друзья, коллеги, давайте соберемся здесь. Ну что, все. Пойдем посмотрим. Спасибо. Девушка, проходим, не стесняемся. А, дорогие коллеги, спешу. Марик, иди сюда, не поясничай. Дорогие коллеги, спешу вам сообщить о том, что предстоящий развод совладельцев клуба «Верона Холл» никак не отразится на нашем организационном единстве. Верно. А также на успехе нашего совместного предприятия. Ура! По поводу путевок, которые... Вам никто слова не давал.
Я не понял сейчас вас. Я вам объясню. У вас свой департамент, у меня свой. Чтобы устраивать общие собрания, нужна предварительная договоренность. Это корпоративная этика. Да? Да. Замечательно. Так, может быть, стеночку, где она стояла, вот здесь? Может, вернем тогда стеночку? Да. А? Здесь она стояла, правильно? Мечтался. Это не мечты. Для вас это вполне реальная перспектива, Мария. Как вы смыслите? Тихо, 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 друзья мои. Извините, что врываюсь в ваше стихийное собрание, но я финансовый директор, тоже имею право слова, верно? Значит, как вы правильно заметили, у нас с вами общее успешное предприятие. Если мы не хотим, чтобы все это развалилось, вы сейчас закрываете свои рты, да? И соблюдайте такую адекватную дистанцию. О, Марик включил босса. Сбылась мечта идиота? Абсолютно мимо. Значит, чтобы впредь избежать таких вот эксцессов, всю информацию друг другу вы теперь передаете через меня. Классно? Классно! Марлен, тогда передайте, пожалуйста, Марии Романовне, что из ее департамента несет горелой картошкой. Какой-то китайской дрянью, нет? Марик, передай, пожалуйста, назад Илье Леонидовичу, что это не из моего департамента, а это его качки на фейс-контроле воняют так, что, может быть, он из своей зарплаты купит им мочалки или познакомит с водопроводом. Да, 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 да. Так главное, вытяжку почаще включай, бла, а! Бла-бла-бла-бла. Да, в этой рыбе дрогнул. Оксигенация в норме, так что через час сниму с ИВЛ. Ты просто умница. А, не благодари. А, не скромничай. Я не об этом. Ради бога, объясни мне, что это было? Ничего. Просто семейный сабантуй. Сабантуй? От этих ваших родственных обжиманий у меня случился эротический шок, я не мог уснуть до утра. Ну, не преувеличивай. А твоя сватья, знаешь, ничего. И ее эротические повизгивания говорят о том, что ее лимбическая система не слабо среагировала на твои феромоны. Послушай, Феликс, прекрати. О, как глазки заблестели. Значит, не преувеличиваю. А? Роман Петрович, зайдите, пожалуйста, в радиологию. Репина с показателями что-то, или томограф барахлит, или... Томограф помнит еще Брежнева. А немцы жмоты 1 000 000 евро зажали. Водку на переговорах листать не надо. Карты я вам в кабинет занесу. И все-таки я не понимаю тебя, профессор. У тебя дома такой хай-тек, и тебя на антиквариат потянул. Послушай, ты любитель смачных аппетитов. Во-первых, она не антиквариат. О, как серьезно. А во-вторых, если тебе нечем заняться, иди к шутникам в прозекторскую. Там с ними упражняйся в циничной риторике. Ну-ну. На нашу академию, хранящую священные традиции императорского театра, основанную великим французским танцмейстером Жаном Луи Дегаром, возложена большая ответственность. Нам позволено представлять русскую балетную школу на фестивале Гельзенкирхене. Юные леди, а это крупнейшая сцена Европы. Программу буду осматривать лично и нещадно отсеивать бездарей и лентяев. Ваш педагог Дарья Олеговна. Дарья Олеговна. Дарья Олеговна. Дарья Олеговна. Мы готовим кадриль, арабский танец и... Вальс снежинок. Прекрасно. Итак, чей телефон? Я спрашиваю, кто не выключил телефон? Ой, извините. Алло? А, добрый день, это... Да, я узнал. Здравствуйте. Я не вовремя? Нет. То есть немного. О, я перезвоню. Нет, говорите. А, ну нет, это не срочно. Да говорите уже.
Между нами остались кое-какие неясности, и хотелось бы встретиться и обсудить возникшую ситуацию. Ну, мы вроде договорились. Ничего не было, забыли, проехали. Нет, я совсем не об этом. Мы хотели провести беседу с нашими отпрысками и... И не провели. А это совершенно безответственно. Да, это эгоистично и неправильно. У детей тяжелый период, а мы? Да, мы бездействуем, мы стоим в стороне. Надо как-то вмешаться. Да, надо в конце концов проявить жесткость. В четверг вас устроит? Да. В 6 у них в клубе. Да, договорились. До свидания, Дарья Олеговна. Счастливо. Жених? Понятия не имею. Уже 5? Ой, да. Подожди, пожалуйста, я быстро. Ерохину 250 вколю. Не торопись. Мне еще в клуб надо к Машке заскочить. Мозги по-быстрому вправить. Ну, отлично, там и поедим. Нюсь. Не хочешь, чтоб я ехала? Ну да. Интимный, семейный разговор. Понятно. Подожди. Она со мной никогда считаться не будет. А знаешь почему? Потому что я черствый, бессердечный эгоист. Иди вкалывай, Ерохину, поехали. Добрый вечер. Здравствуйте. Все, сейчас тихонечко. Покушайте. Ручка работает? Все? Давай, Марик, руку не голова. Все хорошо. Все чудесно. Все, рассаживаемся за столики. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуй. Может, выпить чего-нибудь? Но нет. Нет. Тогда не буду мешать теплой семейной беседе. Угу. Я, если что, зовите. Хорошо. Сразу хочу сказать, что весь этот разговор не имеет никакого смысла. Да. И только из уважения к вашим родительским чувствам мы готовы выслушать все ваши нравоучения. Начинайте. Насколько я понимаю, проблема заключается в том, что кто-то из вас сходил налево. Без комментариев. Друзья мои, случайная связь на стороне – это... Это дело предусудительное. Очень. Очень, да. Предусудительное. Подлое и трусливое. Унижающее тебя и твоего партнера. И тем не менее, это часть жизни. Да, такая же, как дождь, как простуда. В смысле, с каждым может случиться. Ну да, даже с такими выдержанными, разумными людьми. И это прекрасно. А измена – это как вакцина. Она входит в твой организм, чтобы в будущем он избегал подобных искушений. В смысле, этим надо просто переболеть, да? Да, но только не больше одного раза. Да, иначе войдет в привычку. Короче говоря, возьмите себя в руки, забудьте все и живите счастливо. Да. Пап, привет. Скажи что-нибудь своим отпрыском, а то я уже иссяк. Привет, дед. Не стану спрашивать, кто здесь кому наставил рога. Скажу одно. В племени Мурси, которое я снабжаю гентамицином и кроличьими консервами, неверную жену забивают камнями.
а загулявшего супруга лишают достоинства и скармливают диким койотам. В чем я с ними совершенно согласен. Что? Не пускают за взрослый стол? Работай, Золушка, не отвлекайся. Ну, ничего-ничего. Подрастешь, и тебя примут в эту семейную песочницу. Правда, Роман Петрович будет уже к тому времени староват. А ты зато так и останешься мальчиком, делающим вкусные бутербродики. Ну, прости, мам. Природа на мне отдохнула. За что ты меня так ненавидишь, сынок? Ну, как? Явилась такая, отняла у меня отца. Не ври, тебе наплевать. Твоя красота усугубляет во мне чувство неполноценности. Опять мимо. Слушай, ну хоть кто-то должен тебе портить жизнь. Почему не я? Вредный поваренок с дурными привычками. Нормально я к тебе отношусь. Это вот сестрица моя тебя ненавидит. А я стою тут с тобой. Веселю, как умею. Даже не думай. Да ладно. Бывшая толстушка, я никому не скажу. Ты паразит. Как ты это делаешь? Ваня, корица и ни капли жира. Он убивает во мне художника. Все. Засим отключаюсь. Скучно смотреть на ваши грустные столичные физиономии. Пока, дед. Пап, объясни, пожалуйста, обязательно каждый раз с дедом всем делиться? Согласен, с койотами это там уже перебрал. Это ты перебрал, пап, мне не 10 лет. Избавь меня, пожалуйста, впредь от этих семейных экзекуций. Ну, дочь, я просто хотел... Что чтобы... ты хотел? Поумничать? Ну, иди поумничай в своей молодой семье, поиграй там строгого дядьку. Что за невоспитанность? Как ты с отцом разговариваешь? Дарья Олеговна. При всем уважении, но не вам мне давать советы по воспитанию. Так, девушка, остановитесь. Если я здесь и стараюсь соблюдать хоть какой-то нейтралитет, то это не повод оскорблять мою мать. Нет, все-таки воспитанный, смотрите. Ну или хорошо притворяется. В любом случае, можете гордиться. Ты сознательно бесишь меня сейчас, сидишь? Нет, я вообще тебя пытаюсь игнорировать. Да ты что? Да. Да, а все эти гнилые подколы – это плод моего воображения тогда. Еще и самокритичный. Рот закройте, девушка, Илья, я вас очень прошу уже. Так, молодой человек, может, вы избавите обороты? Или что? Или вы нам расскажете очередную чушь о пользе походов налево? Может, что-нибудь из личного опыта? Так, мы сейчас все выдыхаем, да, совместно, и отматываем к началу разговора, хорошо? Замечательно, давайте к началу. 10 минут назад я сказал, что весь этот разговор не имеет никакого смысла, и оказался прав. Поэтому я предлагаю закончить весь этот бред, раскланяться и разойтись. Извините, если кого-то чем-то обидел. Марик, в офис. Слушайте, мы правда пытаемся оставаться здесь хотя бы бизнес-партнерами, чтобы наша Верона не всплыла кверху брюхом, как наш непутевый брак. А все эти ваши беседы, ну, ей-богу, они только все портят. Извините. Какое чудное заведение. С каждым днем все веселее и веселее. Поехали домой. Ой. А мне тоже пора. Назначила встречу с одним писателем и забыла. Вот шляпа. До свидания, Дарья Олеговна. Да, действительно, как-то все как нелепо получилось. Как и следовало ожидать. До свидания. До свидания. Алло, Алик,
Это Даша. Помнишь Синельникова? Это сага. Роман трилогия. Я задумывал его как манифест. Как идеологическую сентенцию нашего исчезающего вида. Как интересно. Посмотри вокруг. Мир обречен. Все эти памятники больного тщеславия зиждятся на костях. Мы питаемся чужой смертью, душами наших несчастных детей. И первая часть трилогии посвящена апофеозу этой великой регрессии. А где можно приобрести этот манифест? Нигде. Общество клерков и силиконовых стюардесс еще не готово взглянуть под прогнившую мантию реальности. Так висит на паре подпольных сайтов. Не хочу ворошить этот муравейник, пока не начнется. А что начнется? Об этом потом. Сюжетообразующей линией романа является рождение новой расы. Смотри, из теплого мы сразу попадаем в холодный. Или нет, слишком резкий контраст. Давай сюда кремовый номер 12 и постепенно уйдем в беж. Как тебе? Да, мне кажется, очень гармонично. Угу. Так, кабинет мы сделаем таким героически красным. И ослепительно голубые шторы, такие как небо, как... Ты меня слушаешь? Да-да, очень внимательно. Небо я одобряю, и красный, и голубой. Может, синий? Да, синий очень хорошо. Роман Петрович, соберись. Здесь будут расти наши будущие дети. Это все важно, понимаешь? Контраст, сочетание, освещенность, скрип паркетной доски. И чтобы солнце светило в комнату. Ну, у осьминожек нет четких определяющих признаков. Ручек, ножек. Расы разумных дельфинов. Они, как ответ нашему урбанистическому безумию, захватывают власть и превращают планету... Понимаешь, зеленый цвет успокаивает, но ровные стены не развивают воображение. У редких выживших вырастают плавники и жабры. И вот Земля охвачена хаосом. Люди гибнут, не в силах противостоять порожденному ими же безумию. Сочетался с потолком. И я хочу еще сделать такую лепнину в барочном стиле и прошлифовать вот этот пол. Ты что делаешь? Ребенка. Ну как? Я на минутку. Дарья Олеговна, я там проводку заделал,
Но с крыш что-то решать надо, еще одна протечка и крадет. Что бы мы без вас делали, Василий? Да я даже представить боюсь. А где этот? Ухажер-то ваш. Регина уже все доложила? Да. Не спит, дожидается. Думает, что одна придете. Говорит, совсем у вас крыша поехала. Через окно, что ли, в спальню залезть? Зачем? Вы наврете что-нибудь. Скажите, шли, мол, шли. Он руки распускать начал, приставать тут. Я навстречу. И убежал, в общем, ваш писатель. Какой же вы хороший, Вася. Да. Меня Лен дало. До свидания, сосед. Добрый вечер. Да. Вечер действительно добрый. И да, мам, ты права. Я скучный синий чулок, обреченный умереть в одиночестве. И на этом предлагаю успокоиться и смириться. Голубикой. Так, со сгущенкой. Мам. Две таблетки после еды. Так, запомни. Открыла, нажала, распылила. Ты забыл. Кстати, это не твои. А, да, точно. Тут я вчера инструкцию прочесть не мог. А чьи? Немца. Ганса. Перепутали, наверное. Портвейн, сама понимаешь. Возьми, тебя спрашиваю. Какой-то подозрительный баритон. Да? Я клянусь, я вас не преследую, но у меня ваши очки. Это абсолютно исключено. Мои очки у меня, я в них вчера машину водила. Вот они. Ну, наденьте. Ну что, я очки свои не знаю, что ли? Да, действительно, не мои. Ну, вот видите, нужно быть внимательнее. По дороге никого не сбили? Кто бы говорил? Ваша, небось, жена обнаружила? Ну, суть не в
этом. Не хотите диоптриями обменяться? Даже не знаю. Вам что? Вам что, не нужны ваши очки? А вам? Мне, если честно, их немного не хватает. Мне тоже. У меня сегодня кадриль. А у меня замена брюшной аорты и имплантация кардиостимулятора. Я вам позвоню в 5. В 6. У меня очень непростая кадриль. Рубашка натирает, сил нет. Я ничего не спрашиваю. Принесли? Да. А ваши я, кажется, забыл. Почему? Не смог с ними расстаться. Очень сентиментально. Да пошутил, пошутил. Ну, как ваша кадриль? А вам это правда интересно? Нет. До свидания, Роман Петрович. Стойте. А? Я, кажется, опять вам дал не те. Вы специально? Кажется, да. Почему вы не спросите, как дела у меня? Как ваши дела, Роман Петрович? Имплантацию сделал, а эндопротезирование перенес. Ой, как интересно, а почему? Потому что я не могу есть, не могу спать. Не могу пересаживать аорты и за каким-то делом все время думаю о вас. О вашей этой зеленой кофточке с синими пуговицами. И что же нам теперь, опять напиться и учинить разврат? А вы разве не для этого наряжались и перлись черти куда за какими-то стекляшками, которые вы даже не носите? Но это плохо, это неправильно. Да, это подло по отношению к близким. Поэтому делать мы этого не будем. Все, прощайте, Дарья Олеговна. До свидания, Роман Петрович. А как же дети? Они же нас убьют. Они друг друга ненавидят. Ничего, помирится. Чего делаешь? А что? Дай 5. Столет скачу. Погуляем. Договорились. Клевая, да? Хочу. Стой. Ты ничего не перепутала? Что? Личная жизнь вне работы. Здесь понесла, поставила, улыбнулась, отошла. Понятно? Бегом. Что случилось? Маш, да я ничего не сделала. Там ребята из универа. Ладно, только... иди нормально все, иди работай. Слушай, иди, все нормально, это что? А значит, иди своим вышибалом морали читай, а девочек моих не трогай, понятно? Непонятно, только я сам буду решать, кого и когда и где мне трогать. Хостес и официантки – это мой департамент, Илюша. Браво. Браво. Только если вы забыли, Мария Романовна, я тоже совладелец этого клуба. И все, что здесь происходит, меня это тоже касается. Правда? Да. Ну так иди на кухню, проверь газовую, смотри, надо, я не знаю. Температуру выпекания, профитролей. Если надо будет, я пойду и проверю. Серьезно? Да. Отлично! Микрофон дай! Музыку выруби!
Друзья, как полноправный владелец этого заведения, считаю нужным заявить, что та музыка, которая сегодня здесь играет, это старье, отстой и мейнстримная фигня. Поэтому с сегодняшнего дня за то, что будет звучать из этих колонок, буду отвечать я лично. Встречайте! Пусти! Ну пусти меня, ну тихо, тяну. Спокойно. Пусти! Спокойно, по порядку. Все нормально. Просто не могу находиться в помещении с этим дебилом. И? Надо что-то решать. Марик, так, Марик, старик, Марик, послушай Марик. Меня. Я тебя очень люблю, но подобные вот эксцессы ломают мою нежную психику, понимаешь? Понимаю, мне ломает психику каждый день эту шаболду, понимаешь, что это за кидон? Прости за ликбез, но у вас общий бизнес. Что здесь? Я нормально, честно, старался вести себя достойно. А с Вероной что? Что-что, будем пилить. Я думаю, это серьезно. И что нам теперь делать? Не знаю.